На улице Шишкова Део Некси выезжала со второстепенной дороги и не предоставила преимущества автомобилю «Пежо», идущей по Шишкова в направлении Третьяковского переулка. После удара о «Пежо» Некси наехала на припаркованную «Киа». Пострадали 23-летний водитель Део, его жена и их 3-летний ребенок, находившийся в кресле. В Твери на бульваре Цанова автомобиль «Тойота Королла» врезался в мачту уличного освещения. Иномарка следовала со стороны южного путепровода в сторону Волоколамского проспекта. Водитель «Тойоты» из-за скорости не справился с управлением. С тяжелыми травмами 19-летний парень, управлявший «Тойотой», доставлен в реанимацию больницы скорой медицинской помощи. Ночью 8 июня загорелась квартира на 5-м этаже пятиэтажного жилого дома в городе Вышний Волочок. Спасателями было эвакуировано 19 человек, из которых 4 ребенка. В квартире, где произошло возгорание, обнаружен погибший. Причина пожара устанавливается. В ночь на 10 июня огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание на территории асфальтобетонного завода в Калининском муниципальном округе. Обошлось без пострадавших. Предварительной причиной пожара стала неисправность технологического оборудования. За период с 3 по 9 июня 2024 года на территории Верхневолжья сотрудниками МЧС России ликвидировано 84 пожара, в которых было эвакуировано 19 человек. К сожалению, погибло 2 человека. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону 01, сотовых телефонов 101-112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской области 8-48-22-39-99-99. С начала года на водоемах области произошло 9 происшествий, в которых погибло 9 человек, один из них – ребенок. Сотрудники МЧС предупреждают, летом на реках и озерах надо быть особенно осторожными. Надо соблюдать элементарные правила поведения в водоемах. Первое правило – не купаться в незнакомых, не оборудованных для этого местах. Не купаться в нетрезвом состоянии – это 90% всей гибели людей – на приотдыхе, на водоемах. И отдельное обращение к родителям. Необходимо внимательно следить за детьми, находящимися у водоемов. Не доглядели всего несколько минут, и может случиться трагедия.